пожароопасную обстановку в зоне команды Олега Знарка. Кагарлицкий. Подмусина уходит. Передача на Якупова. Якупов выстреливает. Попадает Цыплакова. Ганзов набирает скорость. Якупов не смог ему помешать. И Ганзов отправляет шайбу в ворота. Ганзов 3-1. В концовке декабря он проснулся. Да, ну и Якупов здесь, конечно же, раньше времени падает. Сейчас мы это увидим в средней зоне. Бросает он, попадает в Никонцева. И назад уже из последних сил Якупов прибежит и падает. Конечно же, здесь нужно было и Кагарлицкому, который наелся, догонять. Ну, не было абсолютно ни у кого сил, а Ганзов наоборот.